Чемпионат мира по зимнему плаванию проходит на этой неделе в славянском городе Блед. Он собрал 1042 пловца из 36 стран. Их возраст от 14 лет и старше. Участие в соревнованиях принимает и тюменец Сергей Напреев из клуба «Аквайспорт». В дисциплинах 50 метров брасом и 25 метров кролем он занял 4-е место. В моей категории было 21 участник. Ну, результат неплохой и по времени, и по занятому месту. Ну, конечно, хотелось бы призовое. Погода была шикарная, где-то около 10 градусов сверху. Вода 5 градусов в озере, тоже довольно комфортная. Штиль,